Согласен, я так и говорю, блядь, давай демо покажу, нахуй, смотри. Многие, блядь, а чё твои демо, блядь, ты это скрываешь? Ты подделываешь демо, я говорю, вы ёбнутые, что ли? Скрины, говорит, тоже подделать можно, я говорю, да вы ёбнутые, что ли? Я говорю, нахуй мне это надо? Он говорит, типа, это уже доказано, ты подделываешь. Я говорю, я чё, блядь, говорю, хакер ебаный, что ли, или чё? Я говорю, обычно семейный человек, вы чё, блядь? Замечательно, поразительно, гениально. Приветствую, дорогие друзья, с вами Паркер, очередной бастет на очередного говноя, смотрите внимательно, на этот раз у нас типочек с валхаком, с эймботом, ну и скорее всего, что no flash. Обратите внимание на прицельчик, как четко его начинает трясти и жестко уводит прицел, я вам 100% могу сказать, что это не руками, вот, типочек вообще, блять, я не знаю, такое ощущение, что он только что, нахуй, после ДТП, блять, гипс, нахуй, с обеих рук снял, потому что, ну, блять, видно, что тип вообще никакой. Он просто нулевой, абсолютно нулевой, абсолютно не умеет ничего в Counter-Strike. И здесь очевидные моменты. Смотрите, сейчас на повторчике с NoFlash'ом я вам покажу, куда он стрелял. Вы все прекрасно это видели. Все это дело, естественно, он делал во Full Flash. Ну, а теперь уже с моделькой, естественно, просвечивающейся через дым. Видите, как его колбасит, блять. Как у него залипал прицел и как его трясло, блять. Его трясло, ну, блять, просто пиздец. Я не знаю, как можно такой имбот настроить, чтобы так его кумарило. Это просто пиздец. Следующий момент, ковры Б. Топовая раскидка, видите, ну он просто профессионал, ебать, судя по раскидке его, он, блядь, чудесный, блядь, он просто ни одной гранаты, понимаете, ни одной гранаты он не может кинуть туда, куда он хочет. Он просто ни одной гранаты не может кинуть, они у него все врезаются в стенки, блядь. Так, ну это бог с ним, смотрите, внимательно бегут тиммейты, и даже они не заметили типочка в смоке, но он, естественно, его увидел, потому что он у нас играет с щитами. Он играет у нас с ВХ, поэтому, блядь, естественно, он модельку заметил. Вот, смотрите, опять топовая раскидка, ну здесь, нахуй, комплексити, ебать, раскидка, блядь, сразу видно, да? Сразу видно профессиональные раскидки, блядь, хаешек, вот, смотрите, обратите внимание, хае, ну, здесь просто пиздец, нереально, ну, просто, блядь, супер, блядь, моменты, блядь, опять тряска, залипание, блядь, я не знаю, что здесь происходит с прицелом у него, очень сложно описать, на самом деле, очень сложно описать, вы, в принципе, должны уже понимать, это все прекрасно, смотрите, как у него аимбот пытается контролить отдачу, видите, да, как только моделька сваливается, соответственно, аимлок падает уже с модельки, и прицел откидывает куда-нибудь, либо влево, либо вверх, в зависимости от того, куда он ведет, блядь, своими кривыми переебочными руками свою мышку. Вот, такие моменты уже неоднократно я показывал, демонстрировал на других, блядь, этих инвалидах. Вот, но здесь такой особый случай. Он постоянно стреляет only зажим, и зажим, смотрите, как его трясет. И смотрите, кончились патроны, и прицел остался внизу, блядь, потому что он не убил модельку. Если бы он ее сейчас убил, у него прицел увело наверх. Так, следующий момент, здесь у нас на ВХ будет моментик, смотрите, бежит, поднимается, такой, оп, модельку увидел, посмотрел в ящик, блять, сделал вид, что он, типа, ну, не знает, что там моделька, естественно, теперь он слышал, как тот убил его тиммейта, блять, ну, и, естественно, по классике дает в голову, он всегда просто переводит прицел, нажимает left click, блять, и все, и у него все в голову залетает, очень интересный момент, смотрите внимательно, прицел залочился на модельке до тех пор, пока она не зашла за стену. Видели, да? Моделька за стену зашла, и у него прицел резко перевелся наверх. То есть он был залочен на модельке на одном уровне. Как только, блядь, моделька зашла за стену, тут же прицел, блядь, пошел вверх. Ну, здесь вообще пиздец, здесь то же самое. Смотрите внимательно. Зажим. Все, ебать, трясет, нахуй. Как только моделька падает, прицел отваливается от модельки и улетает вверх, ебать. Ой, влево, ебать. Смотрите внимательно. Смотрите, залочился. Оп, нахуй, моделька падает, прицел отвалился влево. Ну, тут постоянно при всех киллах такая хуйня. Так что, в принципе, можно его просто хуесосить и даже не объяснять моменты. Я думаю, вы уже 1000 раз, блядь, видели подобные моменты на других потерянных звеньев, блять, эволюции, нахуй, таких как софтеры всякие, там, блять, ублюдки вот эти вот, ну, эти, не знаю, как их назвать, блять. Смотрите, да, здесь момент, вообще нихуя не видно, блять, сжимает модельку, дальше что он, куда он смотрит, смотрел он на ящичек, сейчас с волхарем мы посмотрим, блять,
как Антон у нас все выглядело. И что же, почему же он у нас так выходил, блядь. Смотрите, внимательно зажимает, ну типа скажет, ну деф, окей, деф. Теперь смотрите, увидел модельку за ящиком, смотрите, оп, переводит прицел, но патроны закончились, блядь, достаем дигл и выходим на ящичек, пытаемся прострелить, но видим справа моделечку, переводим прицел, блядь, даем минус, убиваем GSM киллера номер один, блядь. Ну это топовые игроки, нахуй, на всех пабликах такие топовые игроки играют. Вот, дальше, смотрите, практически нет, ну, такой полурассеянный смог, но все читает у пацана, ебать, все, просто все читает, смотрите, с любых расстояний, он просто зажимает, он просто делает зажим, смотрите, и у него просто прицел прилипает к модельке, причем он прилипает очень грамотно, его этот аймбот, он учитывает отдачу, да, естественно, и он... начинает отбрасывать прицел вниз, компенсирует это все дело. Ну, блядь, в руках этого, блядь, чуда, это, конечно, работает все очень криво. Смотрите, внимательно, еще один момент, очень жесткий. Ну, здесь, блядь, профессиональные супер топовые игроки в лучшие годы, наверное, так нахуй сотки, блядь, не давали минус 4 зажимом, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, что же творит пацан, ебать. Смотрите внимательно, блядь, здесь, блядь, ну, вообще нахуй смешно, ебать, как у него прицел с модельки на модельку прыгает, причем учитывает отдачу, все четко, пули просто летят, все четко в модельке, видите, да, залипает, все жестко, очень жестко залипает. Да, дорогие друзья, вот такой вот Сережка, блядь. Можете почитать, вот что он пишет. Я читал и, блядь, чуть не упал нахуй с кресла, блядь. Чуть кресло нахуй не сломалось, блядь. Ёбаный урод, как я ржал после вот этого, блядь, вот этих вот слов. Можете поржать с него тоже. Вот, ну а у меня все. С вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч, пока.